Более 800 трудовых мигрантов депортировали из Шымкента. Они работали по фиктивным медсправкам и страховым полисам. Как рассказали в прокуратуре, всего незаконным образом были трудоустроены 815 иностранцев. Всех их выдворили из страны. Сотрудников управлений, которые выдавали липовые полисы и справки, привлекли к ответственности. Такие же нарушения установлены и в отношении больше 6000 трудовых мигрантов, ранее работавших в мегаполисе. В дисциплинарной ответственности привлечены руководители отдела и специалисты Управления занятости и социальной защиты города Шымкент. Установлены аналогичные нарушения в отношении более 6000 трудовых мигрантов, ранее осуществлявших трудовую деятельность. Во избежание дальнейших фальсификаций для иностранных граждан внедрен прием медицинских справок только после проверки через QR-код.